42-га спеціалізована виставка-ярмарка «Будівництво та садиба» відкрила будівельний сезон у Харкові. В Харкові вже в цьому приміщенні 42-й раз збираються представники будівельної галузі. Ніщо їм не завадило і цього року зібратися. Це стабільність і це говорить про те, що люди працюють, вони отримують свої колективи робочі, вони виплачують заробітну плату, вони розвиваються. Понад 70 фірм та підприємств будіндустрії презентували в Палаці спорту новітні будівельні технології та матеріали. Що таке умний дом? Представьте дом, который выполняет все ваши желания. Элементы системы, которые позволяют сделать вещи обыденные, которые позволяют экономить до 35%, что в нынешние времена очень актуально, на отопление, на электроэнергию, сделать ваш дом безопасным и, конечно же, комфортным, который позволяет удаленно управлять домом, делать вещи интеллектуальные, которые не под силам другим системам. Ну, вот этим мы занимаемся. Мы были одними из первых, и мы остаемся до сих пор лучшими. Я представляю завод «Рапид». Наш завод занимается каркасно-панельным домостроением по немецкой технологии. Эта технология является очень прогрессивной, экологически чистой и энергоэффективной. В каркасном домостроении мы используем только экологически чистые и сертифицированные материалы из Европы и Украины. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции. Также эта технология является более дешевой, чем строительство из кирпича или других материалов, и гораздо быстрее происходит само строительство. На площадке наши дома собираются в течение 2-3 дней. Сучасний будинок – це в першу чергу екологічність і енергозбереження. Опалювальні котли «Буран», представлені на виставці підприємством «Ханес», не лише працюють на всіх видах палива, а й суттєво економлять родинний бюджет. Котел на одной загрузке может работать, на одной загрузке дров он может работать более суток. Такой эффект достигается за счет определенной конструкции. Это цилиндрическая конструкция. Конструкция котла сделана таким образом, чтобы топливо тлело. Верхний слой, он тлел. Котел абсолютно прост в эксплуатации. Чистка легкая, удобная. Конструкция позволяет максимально эффективно жечь топливо. Третья дверка, которая здесь представлена, позволяет сэкономить, получить на 30% больше КПД, чем в каких-то других версиях котлов. Зацікавила гостей виставки і енергоефективна вентиляція, яку виготовляє виробниче підприємство «Ревента». В приміщеннях, де така вентиляція працює, повітря завжди свіже, а температура комфортна. Ми производимо енергоефективну вентиляцію. Вона предназначена для домов, квартир, офісів і інших жилих приміщень. За счет того, что в ней присутствует теплообменник, основное тепло, которое могло уходить через традиционную вентиляцию и могло бы уходить просто в воздух, задерживается в тепловом аккумуляторе и отдается обратно в помещение. Для потребителя ничего сложного нет. Вы просто включили одну из скоростей, просто включили вентиляцию и забыли, откуда у вас теплый и свежий воздух. Энергоэффективная вентиляция, она не конкурирует ни с кондиционированием, ни с отоплением, а наоборот дополняет, потому что она обеспечивает внутренний микроклимат, она сохраняет его. Виставку «Будівництво та садиба» учасники називають дружньою зустрічю спеціалістів будівельної галузі. Багато хто з них приймає участь у виставці вже не один рік. Дуже подобається, ми кожен рік участвуємо, кожен рік у нас нові клієнти з'являються, нові види знайомств, нові матеріали. В цілому, дуже положительно сказується на нашому бізнесі.